следующий. Где она? Так, где она? Ага. Светлана. Отлично, все. Я пойду. Мы едем, едем, едем в корейские края. Веселые соседи, спортивные друзья. Мы всех порвали в Сочи, и что и говорить. Охота очень-очень успехи повторить. Эх, тра-та-та, тра-та-та, привезем с собой кота. Только не собаку, боязно, однако. Собирайся поскорее. Здравствуй, Южная Корея. Здравствуй, Южная Корея. Нам было одиноко, никто нас не любил. И вот начальник МОКа нам две цепи открыл. Мы едем, 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 Россию ждет успех. В Корею мы приедем и выиграем всех. Эх, тра-та-та, тра-та-та, привезем с собой кота. Только не собаку, боязно, однако. Собирайся поскорее. Здравствуй, Южная Корея. Здравствуй, Южная Корея! Вот уже начались предолимпийские песни. Весь спорт в наших композициях на официальном канале в YouTube. Подписывайтесь. Вас еще не сносит? Ха-ха! Тогда мы идем к вам. Мэр наконец прояснил ситуацию. Город молчал, и молчали дома. Лучше квартиру.
вашим услугам. Хвастать мило я не стану, всем противникам назло. Президенту Татарстана просто в браке повезло. Я скажу вам честно, други, все в бумагах значится. И очень развиты, значит, супруги, деловые качества. Я горжусь своей женою, так не смог работать сам. Не сравняться с Гульсиною, ни Билл Гейтс, ни Дональд Трамп. Самого Илона Маска очень замечательно. Гусина с улыбкой в краску вгонит окончательно. Плачь, завидуй за граница декларации моей. Так бывает, что жениться очень выгодно ей. Мы секрет скрывать не станем. Ум, удача, красота. Бизнес-ледям в Татарстане все открыты ворота. Мы секрет скрывать не станем. Ум, удача, красота. Бизнес-ледям в Татарстане все открыты ворота. Эй! Кто же мешает, а? Каждый хочет припарахлиться.